Здравствуйте, прошу подписаться на канал, ставить лайк, я буду очень рад, если вы напишите в поиск далее. Да, далее 2, да, openai.com, появится первый сайт, openai.com, далее. Что это за нейросет? Это открылся в 2022, а в целом OpenAI компания существует с 2015 года, в том числе совладелец Илон Маск, например, что и пишет, тот и выводит, например, вот. Например, вы пишете лошадь, космонавт на лошади, на белом лошади, вот, пожалуйста. Космонавт лошадь в Марсе. Космонавт с лошадью в галактике и так далее, вот, разные. Когда первый раз вы регистрируетесь, нет, пожалуйста. Когда вы первый раз регистрируетесь, вам бесплатно дают 50 генераций, то есть 50 запросов, а за следующий месяц 15. Регистрация обязательна с номером телефона. Так, здесь разные вариации есть. Разные вариации есть, да. Можно. Да, вот. Например, да, Куала. Можно выразить. It can fill in or replace part of an image with AI-generated imagery that blends seamlessly with the original. It's called inpainting. In January 2021, OpenAI... Так, следующий у нас вот... А, это первая версия, это вот... вот. Первая версия, это вторая версия. Так... Это россиянам недоступно, если вы смотрите с России. Может, вы знаете почему. Так, вот мой аккаунт. Здесь можно узнать, сколько осталось. Например, вот. Например, собака и мальчик смотрят вот, на английском. Пишите вот. И делайте генерейт, нажимаете генерацию. Что какой-то вопрос я вводил. Ну, из четырех один по-любому такой качественный. Так. То есть я сюда пишу, например, я искал звезду Хайрат-Мерта в Казахстане, вот что они думают. Не растет. Так. А тут, который я генерировал. Картинки вот делал, есть пищ формат. Вот это вот, блядь, классно получилось. Так, это парашют 3D рендер. Красиво, ну не очень красиво. Так, это компьютер. Это Абай Кунанбаев в Алмате гуляет. Смотрите, Абай Кунанбаев. Это Абай Кунанбаев. Я на английском, да, пишите на английском, да. Кот летает над Казахстаном, смотрите. Вот это особенно необычно получилось. Нет, смотрите, лицо как. Нет, не очень. Вот это вот нормально хоть. Да, вот это что я, да. Обидевший девочка, разговор по телефону 4К. Это, да, Казахстан, в одном слове, что ты, например, на WhatsApp поставил. Дьявол носит Казах Репаблик, смотреть не получилось. Это что?
Так, пришельцы в Алмате тоже не очень. Так, летающая лошадь. Я написал, лошадь летает над Казахстаном. Так, не смотри, вот это нормально получилось. Вот это уже тоже нормально получилось. То есть, Спайдермен еще в Алмате. Тут че? Реалистичным фото хай-тейзом из далекого будущего с красивым закатом не дождем. Сами смотрите, как получилось. Что-то не очень, это нормально. Это нормально. Это тоже понятно. Так, что я здесь написал? Будущее. Пишите на английском лучше, да. Да, это не очень для меня. Это тоже. Город, когда выбираешь, он ошибается. Тут красивый получился, Алматы. Тут, да, инопланетяне прилетели в Алмате. Написал. Ставьте лайк. Подпишись. Так, сначала перевести ее. Так. Нажимаем Generate. Это примеры. Сейчас мы остановимся, кто что и сказал. На английском хорошо получается. Принят не очень. Тоже не очень. Чего не слазит? Это нормально. Тоже пойдет. Кстати, это все уникальные картинки, которые нету в интернете. Google, например, когда вы ищете, например, картинку, они это же. Да, вот это все хоть красиво, но многие же это пользуются. То есть вы тоже ищете, берете эту картинку, например. То есть, а это уникальные фото вот эти. Это вы в Google вы не найдете. Ну, если кто-то не выпишет. Так, давайте зайдем в главную страницу. Так, это обычно как я люди искали. Ну, то есть написали этот пример, как они искали. Компьютер от 90, вот. Красивый получился. High quality photo of Monkey Astronaut. Давайте перевести. Русский. Качественное фото обезьяна астронавта. Не Monkey, а давайте мы тоже постараемся. Monkey, не Monkey, а что будет? Ну, кошки написал просто. Посмотрим. Пока генерирует наш. Так получилось. Ну как-то вот. Ну давай уже. О, хорошо получилось. Интереснее, вы в тренде? High quality. А, надо писать высокое качество. Не очень. Это нормально. Вот это красиво тоже. То есть, вот это пробовал, тоже не очень был. Так, еще что нужно? Да, если док написать. Док. Угу. Да, это пример. То есть вы можете перевести и написать свое слово. Тоже очень красиво получился, да? Так, можете скачать. Так, ставьте лайк, подпишитесь.